Это чешская выпечка, называется таким интересным названием на русский лад «Трдельник». Слушаю вас. Здравствуйте, а мне трдельник перфект и глинтвейн. Захотелось чем-то удивить, и поэтому мы решили, что двигаться надо в этом направлении. Искали в интернете идею и наткнулись на идею трдельников. То есть это булка с корицей, и она так эстетично выглядит красиво, особенно если с наполнением, допустим, со взбитыми сливками, сверху виток, топпингом шоколадным и там клубникой. Ну, во-первых, у шаурмы это лаваш, тонкая такая прослойка, грубо говоря, лаваша. У нас это тесто, тесто очень вкусно и сытно. И затем уже добавляется начинка, там и курица, и ветчина, и сыр, и можно с лососем сделать.